Добрый вечер, уважаемые. Стой. Паузу сделай. Кстати, не забудь, что мы должны быть очень серьезно. Но это пойдет. Добрый. Добрый. Стоп, стоп. Или ты начнешь? Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире четвертый выпуск нашей телепередачи. Одно слово можно я буду говорить? Какой передача? Телепередача. Телепередача. Название ты можешь тоже сказать. Серьезно? Да. Фототрёп ТВ. Фототрёп ТВ. Да, четвертый выпуск Фототрёп ТВ. Вот. Но мы с Павлом Васильевичем уже на грани нервного срыва. А все потому, что очень много нам приходит телеграмм, смс-ок, недовольных. И вайбер-сообщений. Вайбер-сообщений недовольных, да. Гневных сообщений и с угрозами расправы. Вот, потому что среди наших зрителей оказались люди, которые в корне не приемлют нашу передачу. Да, да. Особенно последний выпуск с Петром Сергеевичем Ловыгиным. Оказывается, более всего не понравился нашим телезрителям. Хотя мы не понимаем, почему. Вот. Ну, не понравилось то, что мы не давали ему сказать ни слова. Точнее, мы ему дали два слова сказать, и это не понравилось. Мы два слова все-таки дали? Все-таки дали, да. Ну, Павел Васильевич, я думаю, мы должны пересмотреть концепцию. В общем-то, стыдно. Нам очень стыдно. Да. Это... Мы торжественно обещаем в следующий раз. Мы исправим вот эту досадную ошибку, то, что мы нашим гостям даем два слова сказать. Больше ни одного. Никогда в жизни больше они не дождутся, чтобы мы им давали хоть одно слово высказать. Павел Васильевич, да, это была наша досадная ошибка. Ошибка, да. Обещаем, торжественно. Торжественно обещаем. Ну а сегодня мы хотим посмотреть фотографии, которые нам прислали аж целых 21 человек. И мы должны уложить с тобой в 3 минуты. Но давайте сначала. Зачем они прислали нам фотографии? Они думают, что мы их поругаем, а мы их похвалим. Прикинь, наоборот сделаем. Они хотели, чтобы мы их поругали. Или похвалили, или похвалили, а мы поругаем. Ну давай посмотрим, что они за фотографии. Да, ну давайте договоримся о правилах игры. Значит, у нас передача все-таки цивильная, никаких слов мы плохих не используем. Никакой негативной или ненормативной лексики. Никакой, да, вы от нас не дождетесь. Не дождетесь. И самые как бы такие вот острые словечки, которые прозвучат, самые... там будут. Да, самые плохие слова самые это плохие. Говно и отстой. И отстой, да. Хуже ничего быть не может. Нет, это очень цивильные слова, да. И все-таки нашу передачу смотрит зритель, и мы должны как-то придерживаться вот этих вот рамок, общепринятых вот в телевизионной этике. Первую фотографию прислал доктор Куликов. Он настоящий доктор, я знаю. Его зовут Слава. Слава Куликов, он доктор. Доктор. Вот, но не наука, а зубов. Ну, вот видно, что он доктор, а не фотограф. Он доктор пока в какой среде? Он лечит что? Он, наверное, работает с психикой человека. С психикой тоже. Это заметно, между прочим. Вот, да, да. Вот Слава. Я не могу понять, это мужчина или женщина? Я вообще не могу понять, что это человек. Надо сказать Славе Куликову, он давно увлекается фотографией? Ну, наверное, да, уже месяц, может быть. Да. Ну, это надо ему продолжать. Продолжать, да. Вот, может быть, он этого же человека попросит сняться не на фоне вот этой вот штуки, а может быть, просто на фоне неба. Но вы, Слава, пожалуйста, продолжайте снимать вот этого вашего персонажа. Вы его везде за собой, пожалуйста, таскайте. Или вот этот костюм. Или вы сами лучше... Это автопортрет, я помню. Вы сами лучше оденетесь в этот костюм, Слава, и снимайте вот эту штуку. Ну, у меня еще претензии к цвету здесь. Да вот как раз к цвету у меня нет претензий. Вот мне казалось, что вот это вот очень хороший цвет. Вот, у меня претензии. А небо, небо, смотри, что это за небо такое? Это небо было, да? А откуда шарики летят? Мне показалось, это море и парусник. Понятно. Ну давай дальше, а то мы не успеем сидеть. Ну со Славой мы разобрались, да. Второй человек, который нам прислал фотографии, его логин Мтьян. Как? Мтьян. Мтьян. Ну давай дальше, попалось. Да. Господин Тян, мы посмотрели вашу фотографию. Да, посмотрели вашу фотографию. Не сказать ничего? Нет, нет.
иногда лучше промолчат, чем говорить. Третье. А ты почему? Ты им всем создал папочку? Да, мы здесь только не кидали. Человек, которого зовут Валрасис. Валрасис. Адоб что-то написано. Адоб это другой. Валрасис. Это Новый год, по-моему. Новый год? Нет. Это Новый год. Это не фейерверк. Это, да, бенгальские огни. Бенгальские огни. Бенгальские огни, да. Ну хорошо. Ну что, я не знаю, у меня это вот... Мне показалось, что это тоже мытья. Спина. Спина, я считаю, что это просто... Это отстой. Отстой, да. В общем, говнофоты. Это галимое говнофоты. А, мы галимое слово обещаем. А, может быть, галимое. Это же лучше, чем отстой. Значит, можно. Галимый отстой. Галимый отстой. В общем, да. Ну сюжета нету, задница на переднем плане, неинтересно, цвета. Только фейерверк здесь. Только да, Новый год. Ощущение нового дня. Есть. Хорошая фотография. Могла бы быть. Нет, сразу ощущение нового года. Вот, понимаешь, да. Вот. Новогодний вот такой, весело. Если кадрировать вот так. Дальше. А ты уверен, что они действительно хотят с вами поговорить о фотографии? Ну мы, главное, хотим, нам все равно. Эта фотография так. Никнейм у нас Night Frim. Слушай, Night Frim. Night Frim хороший. Картинку снял, нет? Ну. Вот если бы эта ракета падала бы вниз. Простенькая, простенькая. Вот если бы она падала бы вниз, а эти люди были бы чуть пониже, может быть, тогда. А эти люди бы падали бы. На нее, за ней, за ней. Нет, если бы она падала вот так, и на ней сидели бы вот эти люди. Может быть, да, эта картинка была. Не, она так неплохая. Но я не люблю, когда параллельно сторонам кадра линии, как-то это примитивно. Мне кажется, он их выравнивал в фотошопе. Фотошопе, да. Вот на этом минус. На 400 миллиметров я снимал, да. Да, мне так кажется. Не, ну, в принципе, нормально. Кто сказал это? Night Frim или Фирм, я, может быть, не помню. Да, Night Frim, огромный вам привет. Продолжайте так же. Так, слушай, здесь S-Mouse, смотри, S-Mouse, да? S-Mouse, такой логин. Да. Что такое за логин вообще? Жопа-мышь, что это тогда вообще? Жопа-мышь переводится? Ну, а S-Mouse? Подожди, мы обещали не материться. А жопа — это хорошее слово. А, ну да, возможно. А что за люди? Вот здесь какие-то знакомые вроде персонажи. Нет, это хорошая фотография. Хорошая фотография. Ну, во-первых, хорошая. Можно даже вот так отрезать. Да, чтобы крупнее. Да, можно вот так вот отрезать. Во-первых, хорошее фактурное лицо. Сразу видно, человек интеллигентный. Одухотворенный. Да. И посмотри, сколько в нем позитива. Да. А какой цвет. Вот лишний это вот этот человек лишний, можно говорить. И вот эта голова. Лишняя, да. S-Mouse, продолжайте, пожалуйста, снимать вот этого человека. Да. И покруглее, если можно. И единственная у меня претензия, вот он не пьет. Шампанское, человек, да. Да, шампанское, он не пьет. Он это ошибочно. Он только закусывает. Да. Но это хорошая фотография. Мне понравилось. Я... Из того, что вот мы сейчас посмотрели, мне понравилось. Это... Илья Плотников прислал нам 5 фотографий. Слушай, ну какой он это самое? Это смелый. Смелый, да. Да. 5 фотографий послал для того, чтобы мы поговорили о его 5 фотографиях. Нет. 2, 3. Они же как серия, да. Смотри, 4, 5. Да. Ну все. Ну да, давай следующего тогда. Да, хороший. На самом деле хороший тогда. Нет, хороший, да. Даже вот это вот. Хочется поругать, а нет. Да. Нет, я хочу поругать, да. Вот хочу поругать, вот чувствую, что хочу поругать. Не нахожу слов. Я тоже. У меня не находятся нужные слова, чтобы поругать. Поэтому. А похвалить не за что. Да не, не за что. Нет, есть. Потому что, во-первых, что 5 фотографий. Да, вот это. Серийное мышление. Он нас бьет количеством. Ну, и он, по-моему, и туман, и он снимает, и геометрия бьет. Заметьте, он снимает на квадратный, это наверное, этот, на Инстаграм он снимает. Может быть, да. Ну, нет. Вот это была хорошая серия. Это хорошая серия. Надо же. Могла бы жить, да. Андрей Корбуков нам присылает фотографию, ну попробуем его увеличить. Андрей Корбуков? А по-моему, это того фотография, 6-я. 6-я, да, похоже. Да, 6-я, да. И вот. Называется селфи. Селфи. Вот это селфи? Нет, вот он стоит и сам себе снимает. Смотри. Это девушка. Подожди, как развивается? Снять себя? В отражении. В отражении земли. Не знаю, где он. А его он зачем снял этого одного его? Может быть, он просто вошел как-то в кадр, нет? Может быть. И снег идет. Почему снег, я не понимаю? Зачем тут снег? Я не понимаю, зачем здесь вот этот мужик повозился. А мне нравится. Тебе не нравится, правильно? Ну, мне нравится снег больше. Снег больше. Да. А мне юбка еще понравилась.
юбка, мне понравилась без себя. Если бы ее не было. Да, если бы ее не было. Если бы вообще не было. Подожди, а вдруг это... Это девушка Андрея, да. Мы не говорили этого слова. Надеемся, он не посмотрит. Так наоборот, если у нас такое желание возникает, это что, комплимент? Да, ах, да, да. Желание, да, чтобы... Ну, в общем, тебе не понравилось, а мне понравилось. Мне понравился снег. Снег, а мне понравилось все. Дальше. Ну, давай, смотри. Юльчонок. Юльчонок. Опять Юльчонок. Ну что ж бы Юльчонок? Юльчонок. Вот кто это такой? Кто эти люди все вообще, а? Дело в том, что, молодец, вот, я не знаю, он Юльчонок обесцветил вот этот фон, или же это так был, или он так изначально как-то? Так изначально был. Черно-белый, да? Да. Вы так говорите, как будто вы там рядом стояли. Да я догадываюсь просто. Нет, ну, как портрет, может быть, как портрет, но... Я знаю, что это надо поругать. А я это не заметил, да. А зачем она? Она знаменитость, да? Не знаю. Нет, почему она подпись вот своей фотографии? Копирайт. Да. Копирайт, да. Это то, за что мы вас будем жестко чморить. Да. Ты у Максимишина копирайт видел? Никогда в жизни. А у Бухарского видел копирайт? Нет, я раньше, когда на фотосайтах только выставлялся, и потом кто-то высказался по поводу копирайтов, я перестал ставить, да. У Пенхасова копирайт не видел? Никогда в жизни, да. Нет, у него есть копирайт Magnum Photos. А, ну да. Да. Ну когда Юльчонок станет тоже Magnum Photos, пусть это будет сайт их ставить копирайт. Ну, мы его можем только за копирайт, наверное, поругать. А как портрет, это, по-моему, даже нормальный Юльчонок. Продолжай, Юльчонок, да. И модели хороших находишь? Да, молодец. Да, выразительных. Ну, наша передача, после, ты заметил, как после того негатива, который у нас был, кого-то кто-то не попал сюда. Ну, так и сложилось, меня обещали всех посмотреть. Извините, пожалуйста. Дальше. Да, это пиздец. Что заметил ты, говоришь? Да. Вот что наша передача, может быть, из-за вот этого огромного потока вот негативных писем с угрозами расправы, мы стали как-то очень вяло. Вялые, да. Да, да, ты заметил? Может быть, нашим телезрителям это тоже станет заметно, и они... Наконец-таки начнут нас хвалить. Да, да. И какая-то польза, разбор работ. Да, и может быть, они только этого ждали, что они, может быть, ждали. Все, интересно, что они все ждут какую-то пользу от нашей передачи. Слушай, это хорошо. Мы будем раз в 10 передач смотреть полезную. Они будут смотреть все, чтобы не пропустить что-то полезное. А в какой полезное? Мы не будем говорить. Вот это же полезная передача. Передача полезная, фотография бесполезная. Фотография вообще бесполезная, да. Это не фотография вообще, можно так сказать. Это фотофакт. Да, фотофакт, да. Фотозарисовки, может быть. Это красивая фотозарисовка, но... Нет, это пейзаж. Да, это красивый фотозарисовочный пейзаж. На этом лучше. Да, да. По-моему, пейзаж — это такое ругательное слово. Вообще пейзаж сам по себе — это не наш с тобой стезя, это да, не наш жанр. Поэтому мы можем позволить себе сильно ругать. Да, и обсуждать пейзаж мы можем пригласить в следующий раз какой-нибудь пейзаж. Слушай, а давай на следующую передачу назовем какой-нибудь пейзажиста с его фотографией. Прикинь, как он попадет. Да. Знаменитого пейзажиста, которого все любят, который там это самое, это каждый его пейзаж, там может быть хорошо продается, о. А мы из зависти начнем его здесь. Елена ВМ тоже не попала. Ну так получилось. Окей. Она не попала на обсуждение? А знаешь, какие-то фотографии не скопировались, но я не знаю почему. Это хорошо. Это хорошо. Может быть потом, если время, не знаю. Давай. Да, мы же договорились, что... Да. Так, это надо посмотреть фотографии, да. X-сапер. X-сапер. Ты знаешь, Павел Сергеевич? Бывший сапер, наверное, даже... Даже уже по превьюшкам я понимаю, что в общем, все плохо. Да, что мы можем закончить на этом. Беда. Да, да. И на этом мы можем. Совершенно верно было в комментариях замечено, да. За рамочки, да. Так же как за копирайты, да. Будет жесткий бан. Жесткий. Это не фотография. Это, наверное, с фотосайта откуда-то. Потому что, да, я помню, что это были фотосайты. Ну, животное. Да, это они могли. А, и копирайт, кстати, все. О, господи, да, два раза. Два раза ругаюсь. Ну и цвет, да, цвет, конечно, цвет ужасный. Кислотный, да, кислотный цвет. Цвет. Но это вот называется галимое говнотревел. Говнотревел фото, турфото, да. Да, туристическая фотография. Причем педофилическая. Да, ничего, да, здесь нету. Нет, дорогие туристы, мы сразу хотим уточнить, те, кто смотрит нашу передачу первый раз, педофилии мы называем с Пашей, может быть, не совсем общепринятый термин, и в том... В смысле, мы его используем. Мы с Пашей называем так фотографии, на которых фотографы паразитируют
на изображениях детей. Детей. Да. Паразитируют. Паразитируют, да, сплошь и рядом. Так же, как нельзя паразитировать на изображениях бабушек, стариков, инвалидов. Да. И пейзажей. И пейзажистов. И пейзажей, да. Пейзажистов. Да. Ну вот, Алена. Елена Моисеева. Слушай, она так лучше. Она опять. Она так лучше. Эта фотография так лучше. О, хорошая фотография. Но здесь поругать за копирайт. Нет, она может быть не очень хорошая. Но она так стала лучше. Лучше. А попробуй ее вот так перевернуть. Не, перевернуть еще раз. Оп! Совсем другое дело. Совсем другое дело. Вот, алло, Елена. Вот. Научитесь кадрировать, Елена, пожалуйста. Да, Елена, научитесь фотоаппарат переворачивать, когда фотографируется. А кто это такой, ты понимаешь? Ну, опять, наверное, чей-то портрет. Кстати, Елена Вадимовна, чьи фотографии не попали в обсуждение, недавно высказывала пожелание меня на коне. Вот, пожалуйста, я на коне. Так это ты на коне. Это я на коне, прикинь. Тебе очень идут восточные головные уборы. Но вот в этом я тебе советую все-таки ходить по городу. По городу, хорошо. Тем более прописка у меня есть. Так, дальше. Два капитана она предлагает. Два капитана. Два капитана предлагает нам фотографию. Два капитана предложили одного человека. Одного человека. И одну фотографию. Два капитана. Ну, нежная фотография. Нежная. Но слишком перефотошоп. Да, и как бы все-таки, может быть, для фотографии это немножко мало. Мне казалось, что для фотографии, может быть, недостаточно, чтобы было просто одно такое широкое море и фигурка человека, идущего по себе. Ну, это может быть достаточно, но в данном случае как-то вот у меня жесткое ощущение перефотошопа. А у меня жесткое ощущение, что у меня нет комфорта в моем мозгу от созерцания. Значит, идем дальше. Шандрыдян. Две фотографии. О! Что это такое? Опять. Стоп. Не туда, нажимай. Слушай, а мне вот это да. Нет? Мне вот это да. Ну, не резкая фотография. Она не резкая, может быть, она задумалась как не резкая. Вот. И это не резко. А мне вот из всего мне понравилось, пожалуй. Да, конечно, само собой. Да, да? Это хорошая фотография. Хорошая. Вот, не то, что этот говнотрек, да. Помнишь, мальчики стоят. Да. Ну что это такое? Мальчики. Взрослые люди снимают. А олень, помнишь? Олень. А пейзаж? Пейзаж. Слушай, а вот если того оленя, тот пейзаж, может быть, было хорошо, нет? Может быть. Да. И падающую ракету. Да, падающую ракету. Хорошая. Хорошая, да, хорошая. Смотри-ка, обещали ругать, а сами хвалим. Да. Кто это у вас? Сейчас позволишь? Николай. Три капитана. Николаевич. Это вот три капитана. Та же была два капитана, да, ну, а это три капитана. Три... Посмотри, он даже в капитанской, как там называется, фуражка, я бы сказал. С капитанской бутылкой? Да. В капитанских часах? Да. И вот самое главное, вот якорь. Да. Я не знаю, видно ли это нашим телезрителям, а можно чуть увидеть, что наши телезрители, уважаемые, тоже увидели вот этот якорь, который у него на шапке, да. Вот он якорь, да. Ну, в принципе, якорь вот это не спас эту картину. Не спас. Даже вот эта вот бутылка с часами и персик не сделали. Некрасиво. Очень некрасивая картинка, потому что она визуально некрасивая. Может быть, три капитана. Кто три капитана сделали фотографию? Николаевич. Да, Николаевич и два капитана. А кто из них Николаевич? Я думаю, что это автопортрет. Предыдущие два капитана и вот этот Николаевич. Они сделали втроем. Одну фотографию нам прислали. СНИР. 17 лет. СНИР. Это 17 номер. 17 номер СНИР. Папки. А всего да. 21 папка у нас. Да. Так. Еще нам посмотреть 4 папки. Да, ну быстренько. Да, вот да. За это будем ругать. Да, ругать. Да. Все, то есть, если мы видим копирайт или рамку... Слушай, а может быть это знаменитость? Это, Павел Сергеевич, ты сразу не ругай. Может быть это знаменитость, мы с тобой просто не знаем. Мы же всегда... Мы далеки с тобой от фотографии. Да. Может это знаменитость? Ну, Кирилл Тихонов написано. Господа, если вы знаменитость, пожалуйста. То вы нас просто простите. Да, вы нас простите и можете ваш копирайт вот так вот, как Росфото, ставят копирайт на весь экран, да. Вы можете вот так вот ставить, да. А если вы как бы еще не начинающий знаменитость, то, пожалуйста, подавайте в следующий раз вот без ваш копирайт. Ну-ка, давай посмотрим. Итак. Итогу. О, смотри, я кадрированием убрал копирайт, и сразу стал нормальной фотографией. Да, да, да. Почти да. Алекс Уэйн. Еще бы ты бы убрал его, еще бы вот так вот кадрировал. Да, еще да, бы да, лучше. Да, было бы лучше. Да. Ну, по крайней мере, есть движение какое-то интересное, да, цвет. Да, могло бы быть, да.
А их вот копирайсы портят. Ну и на самом деле вторая неинтересна. Совмещение задников и передников, это, конечно, детский сад. Не, ну это можно сделать интересно, но не в данном случае. Так. Ну, дедушка в Узбекистане. Да. А он такой же тетя. Как у тебя, да. Вот. Ну, у тебя круче. Смотри, Павел, у него простейшая тюбетейка, а у тебя с узорной. Причем у тебя чувствительская тюбетейка. Это вот тоже фотограф-паразит. На чем он паразитирует? На стариках. И на листве. На листве. На велике. На ванне, на кровати. Да, он увидел, да. Это паразитирующий фотограф. Да, ничего личного, ребят. Это только про фотографии, ну не про вас лично. Окей, ну да, нет человека, какашка такая, грязь, помойка. Ну, может быть. Дальше. Хихипа. Три черно-белые квадратные фотографии. Раз, два, три. Это айфоновские, да, фотографии? Да, наверное, айфоновские. Ну, может быть, вот это только получится. Да, вот черные, нет? Ну, это примитивно, хотя идея понятна. Это черное только. Закос на художественность, но недостаточно. Да. В этом что-то есть, да. Поезд. Ну, да, это поезд есть. Поезд. Не поезд, а поезд. Поезд поезда. Да. Поезд поезда и в нем цвета. Может быть, есть, да. Да. Нет, а может и не поезд. А может не нашел. Может, нет. Давай дальше. Ну да, что-то в этом есть. Может быть, да. Так. Немножко осталось. Олег Самойлов написал очень много. Очень много, да. И мы его будем жестко ругать. Жестко. За его инфо. За вот эту вот подпись. Это несерьезно просто. Как говорит Дмитрич, ставить копирайт на своих фотографиях, то же самое, что на них писить. А, вот так говорит? Кто это говорит? Дмитрич говорит, да, это такой есть человек, фотограф. Хорошо. Ну, это не только он говорит, он кого-то цитирует из великих. Это Дмитрич снимал? Нет. А, Олег Самуилов. Самуилов? Самуилов. Я думал, Самуилов. Не, ну что, ну да, ну движение, и что? Ну все так могут снять такой фотографию. Каждый дурак в наше время. Ну, в принципе, да, если хороший фотоаппарат будет, да, главный фотоаппарат, фотоаппарат, который снимает хорошо, да, его если поставить на режим... Цвета хорошие, то сразу видно, камера не нужна. Да, если поставить на режим спорт, можно быть снять такой, да. Вот, может быть. Ну, давай дальше. Кстати, ничего. Да, да, может быть. Может быть. Ну, хорошие птички здесь, да. А вот это все, это отстой. Полоски, вот эти кирпичи, это, конечно, отстой. Это не фотография. Хороший. И лицо хорошее, и спортретировано хорошо. Да, так, Алекс, да. Слушай, мы ругать должны, а мы хвалим. Нет, ну здесь... И это я считаю, быть, что это шикарно. Да, может быть. Личное такое. Хорошее. Это? Нет, это не фотография. Это синее небо. Это говнофото. Это тоже нет, говнофото. Да, это говно. Ни композиции, фото. Ничего нету. Да, черное да. Все, провально, да. Смысла нет никакого. Да, и зачем он проваливал ХЗ, он зачем проваливал? Он, ты заметил? Она уже была, нет, он еще опять ее хочет протолкнуть, может быть, вот это похватил, он думал, что мы забудем. А нет, Олег, мы все помним прекрасно. Это вообще ни о чем. Это да. Ни о чем. Ни о чем. Ни о чем, говно. Это тоже. Да. Олег, вот. Такие были хорошие картинки в начале. И такой, ты так о себе испортил впечатление. Олег, вот это может быть. Но это же пейзаж. Нет, ты знаешь, мне нравится вот. Мне нравится этот пейзаж. Мне тоже нравится. Так, но формально мы должны его ругать. Нет, формально да. Но вот такой пейзаж, можно и не ругать. Можно не ругать. Да. Так уж и быть. Олег, ты так хорошо начал. Пожалуйста, так же хорошо кончил. Так же хорошо умеешь кончить так же хорошо, как начнешь. Да. Вот не надо нам пропихивать вон те вот как говнофоты. Говнофоты, да. Вот такой пейзаж можно. Да. Может быть. Телефон хорошая, не хватает здесь голов двух девушек. Двух девушек. И одну бегущую и размахивающую грудями. Да. Да. Вот бежит навстречу, размахивает, а здесь две лежат. Да. Да, цены бы не было этой картины. Это говно пейзаж. Да, и это тоже. И это тоже. Это вообще, Олег над нами решил поездить. Это автопортрет, я думаю. А мне кажется, он портрет его друга. Как вот он автопортрет? А что он поставил, в смысле, ты имеешь в виду, как мы ставим наш айфон с задержкой, и он сфотографировал, да? Олег, ну что ж, Олег крутой парень, мы зря его так ругаем, покажи, если это автопортрет. Олег, ты хороший фотограф, ты посмотри, суровый парень. Да, суровый. Смотри, лучше, мы зря даже не ручные, хорошие были фотографии сделали. Все были хорошие, Олег, да. Да, подожди, а это,
Олег, промолчим мы тогда, да, раз, да. Если тот, если та фотография. Ну, ну вот смотри, Павлович, если бы это было бы для какого-то журнала, там, я не знаю. Географии. Да, или там, как его, вокруг света. Света, да, да, да. Может быть, это про канал. Про канал. Ну вот. Но это же не фотография. Ну, не в нашей передаче. Олег, нет, это ты мимо. Это да. Это не в нашей передаче такой не будет. Вот это вот. Это да. Да. Это хорошее. Да. Это да. Дальше. Ну это мы уже, ну, это мы уже видели. Окей. Спасибо, Олег. Пока-пока. Хау Бабер. Да. Осталось всего лишь две папочки и можно. Слава Аллаху. Не очень. Ой, я надеюсь, что тут тоже такая же одна фотография. Такая же плохая. Нечего сказать, идем дальше. Давай дальше, да, давай. Слушай, а вот так вот надо быстрее, да, просто? Да, да, да. Ну вот, ну что сказать, вот то, что люди. Ларчик какой-то. Опа! Эротика! Опаньки! А это он хочет, чтобы нашу передачу закрыли как-то скорее. Да, да, да. За что? Это недавно принятым законом у вас Госдумал закон. Слушай, слушай, это мужчина. Ты посмотри, мужчина приходит. Да, это мужчина такой. Вот сейчас мужчины одевают вот такие здесь. Слушай, ты в своем Узбекистане отстал. Я серьезно отстал. Очень глубоко отстал. Слушай, вот это я, пик да, моды сейчас вообще. А, вас есть, а здесь... у тебя не такие трусы, нет? Нет, я вообще не ношу трусы. А. Ой, а че я говорю? Павлович, вот если бы. Но здесь главное. Женщина. Женская. И без трусов. Тогда была бы хорошая. Тогда может быть, да. Тогда может быть, да. И вот без этой части. Вот зачем, допустим, если он снял жену, ну зачем нужно было сюда в этот кадр включать? Это жена? Мужа, да. Вот, вот это, допустим. А, это жена? Да, или вот это муж, жена? Да. Да, вот две жены было бы достаточно. Зачем сюда? Зачем здесь эти люди? Зачем они нужны? Их не нужно было. Это тоже Олег снимал? Нет, это Ларчик. Ларчик. Вот Ларчик. Постарайтесь, Ларчик, снимать цельную картину. Да, да, да. С женами. Без мужей. Без мужей. Без мужей. Ну что? Вот, кстати говоря, вот у нас вот такой фотоаппарат есть. Да. А, извините, пожалуйста, за нудную передачу. Она была очень скучная. По что, вашим заявкам. По вашим заявкам, как хотели. Извините, вы нарвались на то, что вы просили. Мы хотели, как обычно, прикалываться, да. А вы нам говорите серьезно. Ты заметил, Павел Васильевич, мы, ну, если честно уже говорить, мы хотели поприкалываться. Просто никто из именитых фотографов к нам не пока пришел. Не пришел. Да. Да. Именитые фотографы, которые смотрят нашу передачу, пожалуйста, если вы... Еще остались. Ты знаешь, что мы 27 минут запишем? Да ты что? Тогда заканчивай. Заканчивай. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.